Казань пришел джаз. В усадьбе Сандетского стартовали традиционные вечера импровизационной музыки под открытым небом. Фестиваль начался с выступления финалистки проекта «Голос» Мариам Мирабовой и группы «Мир Айв», что чаще произносят как «Мир в кайф». В том, что название соответствует содержанию, убедилась Маргарита Петрова. «Два и еще один» – это монолог женщины, обращенный к своему мужчине. Большинство песен Мариам Мирабовой про любовь. Стихи вокалистка пишет сама, а музыку муж. С программой «Русский джаз» они очаровывают зрителей во всем мире. Однако сама певица национальности в джазе не признает. Главное – состояние. Это большое счастье, это определенная гармония, это определенная биоритмика. Это невозможно облечь в слова. Это просто all that jazz. Мариам Мирабовой подвластные фанк и фьюжн и блюз. До появления в телепроекте «Голос» она успела побывать на бэк-вокале у многих участников Евровидения. А вот выбраться на Open Air в Казани не получалось уже несколько лет. Виной плотный график. При этом певица еще и многодетная мама. Кстати, название их совместного с мужем коллектива «Мир Айв» можно интерпретировать по-разному. Что-то вот от Мирабовых и от кайф, драйв, лайф, что-то вот вместе. Драйв ждет зрителей каждого из четвергов усадьбы Сандетского. Все концерты фестиваля традиционно пройдут в разных стилях импровизационной музыки, а исполнять ее приедут настоящие виртуозы. Down to New Orleans, the band that made eyes. Oh, friends are great eyes. В этом году фестиваль продлится до августа. В программе 8 концертов. И в один из четвергов организаторы решили отказаться от традиционной площадки у музея ИЗО и пригласили публику в парк «Финал» стадиона «Казан-Арена». 30 июля вход для всех бесплатный. Маргарита Петрова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань.